ночью в этом городе. Я на невидимости или на летнем. Я иду куда-то за ней. Я как хвост этой яркой кометы. Это был самый чокнутый день. Рассказал бы, но я не сплетник. Я невидимый среди людей. Я невидимый в эти моменты. Спрячу тату под кофту, кепку на глаза, глаза под очки. Горозия как партизан, меня не найти. Смешался в городе с толпой, молчу и притих. Мой город бешено несется, мой город гудит. Эй, я остаюсь незамеченным, все ходы засекречены. Ни купюры не мечены, я культурный застенчивый. Без охраны, без течки, но улыбнусь тому встречному. Поклонюсь огнем вечному. Там вначале написано, что как будто путешествие сейчас для нас что-то нереально. И он на 7 континентах показал нам разных людей, рандомные снимки. Но это просто это глубина. Я не знаю, как это передать. Я хожу, просто впитываю. Это сильно, очень сильно. Тут просто нужно быть. Я сочи в этом городе. Я на невидимом стиле на летнем. Я иду куда-то за ней. Я как фос этой яркой кометы. Это был самый чокнутый день. Рассказал бы, но я не сплетник. Я невидимый среди людей. Я невидимый в эти моменты. Спрячусь за камеру и буду фотать мир. Бульвары с людьми. Меня никто не видит, я в своем мире один. Вопросы сердце задает, танцуя в груди. Я вынырну из суеты, я знаю пути. Как ни крути, это мой способ уйти от рутины. Ты помнишь, куда мы идем, покидая квартиры? Плащ-невидимка, а не эти костюмы, мундиры. В руке ракеты, в ушах ракеты, земфиры. Люди, машины, все мимо. Мой костюм анонима. Хороша пантомима. Ливень топнет ревниво, но походка ленива. Лучшее событие пока 21 года. Я в своем дне рождения любуюсь работами человека, чем творчеством я вдохновляюсь. И это лучшая точка отсчета, лучшая точка старта моего личного нового года. Остановился и смотрю, боже, как ты красиво. Не отражаюсь в этих витринах невидимым глазу. Пусть этот мир подождет, поставлю город на паузу. Пускай куда-то вперед, змеей ползет река Яуза. Ты меня не заметил, а я понял все сразу. У меня Сочи в этом городе. Я на невидимом стиле на летнем. Я иду куда-то за ней. Я как фос этой яркой кометы. Это был самый чокнутый день. Рассказал бы, но я не сплетник. Я невидимый среди людей. Я невидимый в эти моменты. Чего ты ждешь? Всем привет. Это Ливан Горозия и Гева Ларозия. Спасибо всем, кто был. Я очень надеюсь, что вам понравилась эта атмосфера. Очень надеюсь, что эти черно-белые карточки вдохновили кого-то, позволили кому-то улыбнуться, подумать или вспомнить о чем-то или о ком-то. Желаю вам как можно больше путешествий. Пускай мир в ближайшее время откроет свои границы вновь, и можно будет оказаться в любой точке мира. В Лондоне, Торонто, Гонконге, Москве, Париже, Осло, ну и так далее. Берите с собой друзей, путешествовать в одиночестве такое себе. Фотографируйте, будьте собой. И приходите на концерт 23 апреля. Всех обнял. Это были классные 3 дня.